Стены в начале тропы. Уже вон Алена фотоет цветочки. Собираемся сейчас прогуляться, пойдем. Посмотрим, куда дойдем, даже что-то предположений пока нет. Но выбрались и уже хорошо. Время 9 часов. Только начинаем путь. Уже маленько прошли. Дышится хорошо, идем. Тенькие прохладно, он даже капюшончик чуть-чуть одел. Все нравится. Вон уже гора виднеется. Сейчас камера перестроится. Оп. Вон, все в снегу. Все нравится? Да. Здорово. Фух, остановились маленько передохнуть. А так вот вообще шикарно. Ну, фотоет. Так, сейчас попробуем видок передать. Уже хорошо гору видать. Оп. Во. А если попробуем? Тропиночка. Идем, вроде не быстро и не жарко, уже чуть-чуть взмок. О. Ладно, уже следующее включение будет у начала тропы, наверное. Первый пассажир вон. Сидит, охотится. Дошли до начала тропы. По конфеточке себе он выделили. Посасываем. Ну, пожалуйста. Сейчас куда-нибудь пойдем. Дошли вон до снежного места первого нашего такого. Хорошо. Погода радует пока. Идем в свое удовольствие. Короче, маленько подумали. Решили, до Куромов дойдем. Там посмотрим, что много снега нет. То у нас обувь не сильно подходящая. Ну, там уже будем думать, если нет, то обратно на водопады зайдем, да и все. Все, уже обсохли. Идем дальше. О, красота, да какая? Ох, блядь. Добрались он до снегов. Все, он в снегу. Идем, черпаем ботинками. Тепленько, ну хорошо. Погода вообще радует, фу-фу. Ни ветра, ничего. Солнышко, тепло. Это не крыса, это родственник зайца. Лежим уже, отдыхаем. Перекусили. Что-то так есть хотелось, что даже снимать не стал. Только сейчас завалились вон на куруме. На курумнике. Лежим, любуемся на горы. Собирается ползти по курумнику. А? По курумнику собирается ползти.
Бегом проходи просто, да и все. Все, забрались на макушку уже. А? Дальше пошли неизведанные места. Мы тут ни разу еще не были. Пошли по тропе, посмотрим, докуда дойдем. Что-то снега много. Это нереально, это вообще просто. Добрались он. А? Нашли, короче, уже тропу. О. Вон такая красота вообще. Счастье. Довольны? Да. Себя тоже снимаю. Сейчас еще маленько осталось там. На карте метка есть базовый лагерь. До нее дойдем, посмотрим. Там дальше вывеска «Банзай». Все, дошли уже, привал сделали. Сейчас гречки сварим, чаю. Там островище есть. Там ручеек бежит. Там вон горы прекрасные. И гораздо огромнее смотрится на самом деле. Это мы такие вот. Варится гречка. Два пакетика вон. Пока гречка варится, вон доширак тут на подходе. Все это вот такие виды открываются. Снег белый-белый аж слепит. А в ту сторону горы. Все снежно. Ручеек шумит. Да. Чайничек вот уже поставили. Гречка, майонез, кетчуп, там кусочек котлетки даже есть, хлебушек, лучок. Сидим, короче, отдыхаем, наслаждаемся пейзажами. В общем, довольны все. Сейчас поедим, маленько потусим. Да, обратно пойдем. Собираемся обратно. Уже собрали рюкзаки, все уже. Прощаемся тут с горами, да пошли. Что, ты меня снимаешь, как я падаю? Да. Сели на привальчик, уже снег почти закончился, пятачки небольшие, переобуться решили, у кого есть запасные кроссовки, чтоб ноги по суше были. Понравилось тебе? Мне тоже понравилось. Ну вот и все уже, выходим с тропы. Буквально последние метры тут. Как бы хорошая прогулочка. Виды просто восхитительные. В принципе, за ними и ходили. Все, всем пока.